Юлер. Всем, кто смотрит. Сегодня я приехала на знаменитый Чаршамба-базар. Это внизу фрукты, овощи. Это настоящий турецкий базар со всем его колоритом и красками. А на втором этаже, туда дальше, там вещи. Вот Таня сейчас будет чуть-чуть гулять, смотреть, внукам что-то посмотрю, деткам, маме, ну и себе любимой. Всем привет! Это второй этаж Чаршамба базар. Здесь он до того огромный-преогромный, что на него можно потратить кучу времени поиску чего-нибудь. В общем, вот это все, что закрыто на втором этаже. Это там будет рынок. Вот. И вам, и раба. Все. Все стараются вообще барабанщик. Кадр. Ну, короче, пойдемте погуляем, посмотрим, что там есть. Куда Таня смотрит, не знаю. Все. Учусь я. Я учусь быть блогером. В зале все так кричат. Можно обнимать. Чтобы пока ходишь, выбираешь здесь такой вот прям настоящий турецкий колорит. Короче, говорить здесь невозможно, здесь просто. Я решила сделать перерыв на чай на этом огромном Чаршамбе базаре. По дороге на Чаршамбу встретила Лейлу, приглашали в гости. Наверное, вечером встретимся или завтра. Всем приятного отдыха и мне тоже. Немножечко прогуляемся по нижнему ряду. Только немножечко, а то я так устала. Посмотрим, что есть. Уже хурма по 5 лир. Виноград по 3,5. Мандаринки огромные по 2 лиры. О, клубничка еще даже есть по 4 лиры. А, ярынки лось. Это видите, надо смотреть. Вот ярынки лось, написано, это значит половина. Это они так по-хитрому пишут. О, пойдемте мандаринку попробуем. Какие они огромные. Это прям не мандаринки, а прям я не знаю. Вы посмотрите, какие они огромные. О-о. Это мандарина, тут, мандарина. Целый апельсинище. Але, мандарина 3 кило, она 5 кило. Угу. Простите, я жую. Очень вкусно. Слушай, яблоки по 3, слива по 5. Ой, я в том, на вчерашнем базаре слива по 3 была. Что здесь как-то дороговато. Такие красненькие яблочки по 2 лиры. Эти, наверное, тоже по 2 или по 1. Сейчас посмотрим. Так, огурчики по 2 лиры, помидорчики по 2 лиры. Ну, зеленушка, как всегда, у них, наверное, по 50 или по 1 лире. То бишь, по 50 курушиков бывает. Так, о, какие баклажаны красивые. Всего рубль 50. Или просто 50. Гранаты. По рубль 50. Ой, ну по рубль. Лира 50 гранаты. Представляете, лира 50. Это 1 к 10 15 рублей. И еще плюс-минус. Сейчас там 11, по-моему, 12 скачет. Так, бананы у них всегда дорогие. Короче, по 18 рублей гранаты. А вот бананы у нас в России дешевле. Вот она, вот эта юшка, которую продают, из которой пекут такие классные, вкусные пироги с творогом. И, короче, дальше, что это? Слива это или лук? Ой, ну все, дальше не буду. Он до того огромный. Я просто выключу, пойду погуляю, поторгую. Это дыньки. Так, дыньки. Сейчас мы еще дыньки попробуем. В общем, пока по базару гуляешь, всего напробуешься, и уже можно ничего не покупать. Все, всем пока-пока. Очень шумно здесь, очень. На рынке все ходят вот с такими тележками. Вот, посмотрите, все катают на колесах.
И сразу их здесь тоже продают. Кстати, вот очень удобно. Вот. 35 лир стоит. Какой хочешь расцветочки. Взял и поехал. Потому что с этого рынка только полные-приполные тележки едут. Везут. И везут. Ладно, когда-нибудь я тоже себе такую куплю. Вон ту красненькую, горошек. Вот. Пока-пока, а то таскаю вещи просто так. Это буду вот на такой тележечке возить. Так выглядит вот этот огромный рынок Чаршанба. Он работает по средам и по воскресеньям. Ближайшая остановка к нему, вон там трамвайная Сигорка. Или на автобусах можно до параллельных улиц доезжать. И сюда, если кому это будет понятно. И вот остановочка, здесь 47-й останавливается автобус. Правда, не знаю, куда он идет, но с Куньелки точно идет, там нарисован. Ну все, как-то так. Всем пока, я пошла отдыхать. Очень устала. Очень шумный базар. Я добралась до отеля. Вот мои покупочки, что я покупала. Ну, естественно, мешок мандаринов по 1,5 лиры взяла. Все там футболочки, кофточки, штанишки, свитерочки деткам. Я потом это все разложу аккуратненько, покажу. А сейчас нужно успеть в церковь. Все, пока-пока.